Итак, всем привет! Уже 4 зрителяшечки на кибергейме подтянулось на Твиче, к сожалению, не знаю, сколько уже подтянулось, может нет. Но надеюсь на лучшее. А мы продолжаем. Вчера мы закончили на Феросе. Привет, Волковак! А сейчас мы полетим на Наверию. Захват. Все. Захват есть. Все великолепно. Так, тем временем. Так, пресс. Good timing, commander. We got a transmission coming in from так, the Citadel. Что там нам опять пишут? От кого? Сообщение. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the council. I'll patch it through to the comrade. Кто там опять? Наверное, командир Хакет. Хотя нет, это не Хакет. Он будет мне со мной нормально. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission. Что опять? I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. Совет прям? You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission critical communications. Whatever they were trying to tell us, так, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find а, out сразу на Вермайер, что ли, отправляться? Signal originated from the planet Vermeier. Ну вы вообще... Не, на Вермайер мы полетим потом. Вот, после Наверии. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeier. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised. Сразу на Вермайер мы отправляться не будем, потому что иначе мы тупо пропустим Наверию, насколько я помню. Насколько я думаю, точнее. Я проверю я все точно, все абсолютно идеально. Так. Так, точно, я вспомню. Я вчера людей попросил, некоторых людей попросил, чтобы я уменьшил Mass Effect, громкость. Но мне никто не напомнил. Спасибо, Академик Рикет. Так, точнее, только Академик. Впрочем, полетели. Вчера мы прошли, господи, Ферос. Я не знаю, буду ли я еще проходить первый Mass Effect, потому что после Фероса она трудная, это боль, это не сложно, это ужасно скучно. Улетай. Шепард, улетай с этой планеты и больше не возвращайся. Все, забыли об этой планете. Так, Наверия. Наверия это очень холодная, небольшая холодная планета без водоемов, но она зараза, ой, как красивая. Это потому что, ну как, красиво она внутри, особенно потому что там, она напоминает такую... Мини-цитадель для бандитов. Вот. Вы сейчас это поймете. Это она очень хорошая, тут можно поменять реальные квесты. Этим мы прямо сейчас и займемся. Так, реквизируйте вы нам, конечно. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Как всегда, Джокер шуткует. Шуткуем, шуткуем с Джокером. Так, с кем пойдем?
господи. Против нас будут технари, поэтому берем Гаруса и давайте Рекса. Во. И Рекса, я с Рексом не ходил. Мы Ляру и Дали брали на Феррос, а теперь будем ходить с Рексом и Гарусом. А вот вас двоих я попрошу остаться. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Гарус, не дай бог, ты будешь дохнуть так же, как и на... Эксо Пресли has the deck. Стоп! Я не понял, Гарус, ты мне ответь на вопрос. Почему ты отравлен в начале миссии? Кусок... Гарус... Ой, блин... Короче... Те, кто помнит наш вчерашний стрим, мы вчера полетели спасать Ляру. Я не помню, то у Артемиды, по-моему, в Афинах или в Спарте, я не помню, или Кнос, система Кнос. И мы туда брали Рекса и Гаруса. Миссия была вообще зашибись какая. Как всегда, полудохлый у нас ходил только Гарус. И он был отравлен. У Рекса там, походу, автовосстановление стоит на защиту от всякого непротивного. А Гарус, спустя чертову миссию на Ферросе, он до сих пор отравлен. Ты мне скажи, каким макаром? Все. Панацелин эти... Все, точно. Сейчас, подождите, я сбегу за панацелином. Потому что я чувствую, мне оно пригодится. Потому что я играю не на какой-нибудь там изи сложности. Нет, я что-то забыл к Чаква забежать за панацелином. Блин, зараза, это сейчас очень долго будет. Ну да ладно. Давай, давай, быстрей. Decontamination. Это не ноутбук, на ноутбуке там надо так долго стоять, потому что он так долго списывает данные с диска. Я не знаю, какой там жесткий диск, наверное, 5200 оборот. 5500 или 5200, а у меня 7200. Это у меня этот Seagate. Я хотел Western Digital, но взял Seagate. По ценовым причинам. Потому что качества у них были одинаковые, а на Western Digital еще жаловались, поэтому... А на Seagate это не жаловались. Поэтому взял его. Все. Все. Теперь поехали обратно. Так. Командир Щепкарт. Все, погнали. В этот раз ты здоров, Гарус? Или ты опять отравился в столовой? The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Да, все, все здоровы, слава богу. That's far enough. Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. Вне графика? Вы говорите, это Спектру. Какой вне графика? I'm Captain Maiko Matsuo, Elanis Risk Control Services. Только с... Я уже спасла. More credentials than you. They plan to be trouble, ma'am. I can't let you enter the port. Нет, Евгений Undead. Нет, это разные вещи. Seagate, ну как сказать, разные вещи, но Seagate, он тоже качественный. Но у меня было два варианта. Western Digital, на который жалуются, и Seagate, на который не жалуются, но он Seagate. Понимаешь это? Есть реально версии Western Digital, которые хорошие, вообще великолепные, отличные, долгие рабочие, но они немного выше в ценовой категории просто. Здравствуй, Верамон. Нет, прохожу второй раз. Первый раз
я бы даже сказал третий, потому что в первый раз я дошел только до того спектра, мне стало скучно, я забил вообще на серию Mass Effect. Потом прошел вторую часть, беглая за 24 часа. Забыл вообще на Mass Effect продолго. Начал, вообще решил перепройти всю трилогию перед третьей частью. Прошел первую часть вообще где-то все, абсолютно большинство, 99% квестов этих унылых в унылых бункерах. Где-то за 40 часов. Вторую часть прошел за 60 часов. И третью где-то за 40. За 50. И сейчас мы играем со старым сейвом. То есть Шепард уже вообще полностью раскачанный. С имбовыми стволами ходит. Но зараза трудная сложность. На Феросе я такого бугурца словил. Не от того, что меня нагибали. А от того, что тупо скучно мясо отстреливать. Надеюсь, с Рахни такого на Навере не будет. Но спойлеров все равно не надо. Stand down. Their house, their rules. Don't come crying to me when they slice your gut open. Captain Matsuo, stand down. We confirm their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parazini-san will meet you upstairs. Parazini-san. Behave yourself. Parazini-san. Вспоминается... Deus Ex, где ты там ходишь, и тебе каждый третий человек говорит, эх ты, подлый лауай. Так. Тут закрыто, там закрыто. Вот, Навере мне нравится, реально интересно. I am Gianna Parasini, assistant to administrator Analeas. We apologize for the incident in the docking bay. Об этой Паразине вы еще много чего узнаете. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Saren's aide is here. Can I speak with her? Benezia left for the P-15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Who is Analeas? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Спасибо за помощь. Understood. Can we go in now? Смешно, академик, очень смешно. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. Commander, it might be wise to bring Dr. Tassoni along. She knows her mother better than any of us. То есть вы мне хотите сказать, что я должен поменять вот тебя дохлого или тебя жирного? Я не хочу убирать Гарус. Опять Лиару брать. Я, конечно, логичен. Кого поменять? Гарус против технарей, то есть тебя надо оставлять. Ляру я не возьму 200%. Рекс. Рекс, что у тебя против технарей есть? Смешной Евгений Юндед. Рекс. Рекс, ты биотик. А нафига мне брать биотика, если у меня Ляра будет биотиком? Господи. Прости, Рекс, ты на Наверии побегаешь со мной. И ты там отхватишь тоже плюшек. Господи. Кто вас не устраивает? Гаруса полечил. На-на-на-на. Масидоу, как я тебя давно не видел. Верамон, я знаю, что проходим. Не слушаю долго бурного и продолжительного смеха. А разве он должен быть? Stand by, shore party. Stand by. Господи, как я давно Масидоу не видел. Locked.
Это первый Mass, который ты гаммаешь, что, ну, это первый Mass Effect, игра часть первая, но наиграла в серию Mass Effect уже больше 100 часов. Смешно, академик, прям смешно. Да ты ржешь, что ли, Ляра? Какого фига ты отравлена? Твою ж бинезию. Пиу-пиу. Не будем мешать. Столовую готовили Рекс. Ты адепт или страж? Я штурмовик. Я всю серию Mass Effect проходил за штурмовика. Потому что во второй части он просто божественен. Я не хочу за другие классы играть. Мне тупо вояка не... Я хочу использовать биотику, но совмещать ее с боевым стилем. Поэтому я выбрал штурмовика. Инженер 100% уходит, а страж... Не знаю, стража я почему-то не выбрал. Не помню почему. Ты стараешься быть хорошим или бэд-бой? И так, я нейтралитет такой посе... Я Шепард, у меня и добрый, и злой добрый. Так, с тобой мне, с товарищ Опольд, разговаривать нечем. Сразу говорю, не надо жаловаться, то, что я буду брать не все квесты. Я буду некоторые брать, а некоторые нет. Второстепенки я проходить не собираюсь, потому что... Ну, много второстепенок я проходить не собираюсь. Уже который раз сообщаю. Тыц. Раз. А, вот вы уже тут. Ну где Аналейс? I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas. Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Блин, саурианцы, зараза, быстрые. И это я не только про Мордина говорю. Пока нельзя. Пока нельзя, но потом можно. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain space-born vagabonds. Что? I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? А чё англоозвучка? Потому что русская озвучка первой части Mass Effect это такой life and material. Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at peak 15. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapon screening. Beyond that, it is not our concern. Все понятно. I'd like to see her immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Масидо, золотой, я знаю, у меня рекламка была в диске Mass Effect, это что золотой дизайн, это ж дерьмо. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Helix. Lady Benezia is authorized to act in his name. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Do you do business with Saren? I believe I explained this already, did I not? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him?
It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages. Ерамон, ты смеешься, что ли? Так. YouTube. Сейчас. Эвил Евгений Юндет. Ты понимаешь то, что в Mass Effect 1 как таковой кастомизации персонажа она отсутствует? Тут тупо есть броня, и она не изменяется. Сейчас, подождите немного. Принесли? Господи, вот! Сейчас вы это увидите своими очами. Принесли? Где серый посредник? Где Фист? Сейчас будут. Где доказательства? Так не пойдет, сделка отменяется. Вы мне говорите про какую-то чертову озвучку? Нормально. Где Фист? Подождите, сейчас еще одну вещь поймем. Мне что? Просто забыть, что ты сделал. Это нормальный голос, Шепарда? Я же честно все рассказал. Вы издеваетесь? Про встречу эту. У меня теперь тоже полно проблем. Серый посредник хочет избавиться от меня. Мне нужно исчезнуть. Забудь обо мне. Я призрак. Вы серьезно? Вы хотите мне сказать, что это нормальная озвучка? Вы серьезно? Вот товарищ... Товарищ Вирамон, вот еще раз вы мне скажете, что в золотом издании нормальная озвучка, я не знаю, что мне надо. Я просто забуду о вас. Так, все, с вами мы закончили разговаривать. То есть? Вирамон, отнюдь не соблюдены эмоции, ну никак. Вот ты, если ты, скажи мне, ты проходил с английской озвучкой? Если ты мне не скажешь, что ты не проходил с английской озвучкой Mass Effect, я тебя за человека, который прошел якобы игра в Mass Effect, я тебя не буду таковым считать. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. Talk to you later. Very well. Спасибо, Джан. Mass Effect — это игра просто с божественной озвучкой и саундтреком. Все три части сохраняют самую лучшую озвучку, которую я за всю жизнь слышал. Ну вот и все, Вирамон. Неужто тебе русская понравилась больше, чем английская? Mass Effect? BioWare. Может, они умеют делать кривые игры с однообразными второсюжетными квестами? Это я говорю пример первый Mass Effect. Второй Mass Effect был вообще без претензий, а третий, потому что из него сделали просто игру на деньги. Электроники тупо развертели эту... Тупо нужно было сгрести баблосов. Все. И еще они делили геем и сделали роман с Кортезом, ну да. В этом BioWare вообще сплоховали ужасно. Я не спорю. Но озвучка у них просто великолепная. Во всех играх, абсолютно во всех. Что?
Ой, Mass Effect вылетел. Приложение уже запущено? О, есть. О, есть. Что ты мне хочешь сказать? Как так Mass Effect запущен? На ноутбуке таких проблем не было. А зачем везде Петросян? Верамон, это Масидол. Товарищ Масидол не может поставить ни единого сообщения без Петросян. Да, просто первый Mass Effect узнал то, что третья часть связана с геями и тремя одинаковыми концовками, и просто понял, что надо крашиться. Господи, скажи мне, пожалуйста, там, что там очень хороший автосейв, пожалуйста. Пожалуйста, скажи. Ну скажи, пожалуйста. You'll excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain space-born vagabonds. I won't take up much of your time. This greeting is a business has come here to avoid the second guessing of Galactica. I'm conducting. Yeah, I will not allow you to harass our clients. This world is private property. I'll be leaving now. I trust you can show yourself out. Mr. Analeas isn't the only one. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. So it would ну say, господи, ну Верамон, я тебе сейчас объясню. Talk to Lorik. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. Talk to you later. Так, объясняю суть, что такого плохого в гейских мотивах третьего Mass Effect. Напомню про тот баг, в котором, если в третьем Mass Effect вы, ну, если в первой части вы спасли Кайдена и убили Эшли, то вместо Эшли, соответственно, в больницу попадает Кайден. Если вы Кайдену приносите конфеты, это означает то, что вы уже предложили ему встречаться. Вы понимаете? BioWare просто такую хрень допустили. Представляете, вот ты другу приносишь конфеты, он тебя уже расцеловать готов. Подождите. А ты проходил Шепардом гейм или видео смотрел? Я читал статьи про игру, которая мне понравилась. Не тем, что в ней эти элементы есть, а просто хорошая игра. Так, продолжаю дальше. Господи, Dragon Age 2 и Mass Effect 3. Это игры, в которых гомосексуализм просто навязывается. Просто, вот действительно... Почему вот в третьей части и во второй части к тебе вот Лиара, Тали и Миранда вот ну не подходят, не клеятся, ну Шепард, ну давай, романчик. А Кортес тебе прям вот так вот немного намекает там, вот ты в баре на Цитадели и Кортес к тебе подкатывает. Слушай, ну реально, ну бред, я тогда здесь, я так просто сказал, слушай, иди лесом, Кортес, пожалуйста.
В Mass Effect, ой, в Dragon Age 2 я тоже смотрел всякие статьи, там, от той же игромании, которая сама, ну, это другая история. Я смотрел там, какие диалоги, о господи, так больно было это слушать. Так. Что ты хочешь? The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Raphael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Не, после второй части мы сидим. Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from your... my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. Strange people skulking in corners have gotten me in trouble before. I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful one. We want to assess any potential. You will present yourself as a buyer. Your real objective will be to distract him. I will give you... It will upload... Добрая женщина, однако. Viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs так, on... Так, подождите, я чатик поправлю. Я поэтому и скипал, потому что я хочу прям быстрее чатик поправить, мне там что-то написали. Божественные диалоги, я чувствую, я знаю, какая там картинка. Там, наверное, картинка с Эшли из первой миссии. Ну как я догадался? Да. Именно эта картинка я давно видел. Подожди. Я не Нострадамус, я Ванга. Так, что там написал товарищ Вера? Mass Effect не нравится, а то, что с первой по третьей части было лесбийство и ничего страшного, никто не вонял. А Катазу в самом начале игры отказал. Слушай, Верамон, какое лесбийство? Какое лесбийство? Ты что ли, извиняюсь, тебе на каждой миссии, извиняюсь, к тебе что ли подходят две девчонки Азарии? Или если ты, я не знаю, я не играл за женского персонажа Mass Effect, и ко мне, чтобы через каждые 5 минут подкатывала Азарий. Ну, вот, ну знаешь, такого ни разу не было. Такую, извиняюсь, вот реально... What's in it for me? Такого я ни разу money, не видел. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. Сот кредитов? Давай. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior. Давай, расскажи. Tell me what you know about. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him to. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. Понятно. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. Я знаю, Верамон, Азари не женщины. Это нет. Азари это среднее между женщинами. Ну как, больше женщины, но не женщины. У них вообще нет такого понятия, как женщины. Давай с того начнем. А, Варгас внизу. Да, Азари это как средний поп в большей части. Can I help you?
Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas says. Were you interested in our services? I might be. That depends on what sort of offer your company can make. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. Mr. Vargas, I'm here to talk business with you. If you'd rather speculate on politics, I can visit another Gen-Eng firm. You have my full attention, Shepard. I'm merely getting a handle on my negotiating position. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in Z-gene muscle degeneracy. Mars Gene's clotting enhancement improves speed by 16%. Ah, I see you've done some research. That's their official claim. However, we believe they cherry-picked their sample to show optimum results. The numbers we provide are strict mathematical averages. I can get you those improvements for 30k. Так, так он потёр шею. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package. Guaranteed 20-15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. That's the commercial price for individual purchasers. I'm offering you millions of jobs, Mr. Vargas. That's worth more than some stock sensory upgrades. I'll give you a cautious probably. There is a standard discount for bulk orders, but I can't authorize that. I can push it upstairs. I'm sure someone will get back to you on it. I have to admit, it surprised me that you are here for business. There are many development projects on Avaria. Some not entirely. Давим. If they don't get in my face, I'm not gonna dig them up. I'm not here for a random spot check. My apologies. I shouldn't have belabored the point. Sounds like my crew needs me for something. I'll be in touch. Of course, Commander Shepard. О господи, я сейчас сколько ренегада отхватил, не? Нисколько? Ну, а, ну сейчас, может, по завершении квеста. Any results? Your toy did its job. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. Нужно больше кредитов. Mr. Vargas, tell him what I just did. Did I say 500 credits? I meant 750. Good day, Spectre. И всего лишь два отступника, да. Ой, блин, столько фраз ренегады использовал, всего лишь два отступника, ну это не густо вообще. Подождите. Так. Что скинул товарищ Верамон? Не, Fallout я проходить не буду точно, скорее всего. Так, Mass Effect, биология Азари, ну давай. Ссылка на Википедию. Раса однополых гуманоидных существ. Биология Азари, раса. С человеческой точки зрения женский. Я отвечаю. С человеческой точки зрения. Я и говорю то, что с человеческой точки зрения это женский пол. У них нет разделения на пола. На пола. Это однополый. Просто есть. Так, репродукция. Что там про репродукцию? И, собственно, что? Если ты считаешь, то, что в человеческой биологии только женщина может рожать, то если у Азари однополые существа, то из них все они будут рожать. Логика? Логика, все. Я не понимаю, в чем причина. Собственно. Так, подождите немного.
Геромон, если в биологии... А теперь ты мне... Веромон, я тебе приведу пример из нашей жизни. Черви. Насколько я помню, черви однополые. Где ты видишь пропаганду гейства и лесбиянства? Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help you. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can old Turian like me possibly help you with? I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. Извиняюсь, Рилли, я, ну, предположим, я сбился. Но у нас, насколько помню, есть такие организмы на планете, которые... Да, да, все реально, точно, черви. Да, черви делятся. Че такое? Извиняюсь, тысячи извинений. Ну, я потом это... Я найду попозже, давайте Mass Effect. Я найду. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. Я провалился. His hired goons are ransacking my office. Но не полностью. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass. Подождите. Геромон, ты сам ответил на свой вопрос с человеческой точки зрения. Ну вот, я Витак КГБ, я не помню реально, что с червями. Деление у них, по-моему, тоже возможно. Может, я реально про червей, я вообще не помню. Я не помню, как делятся, размножаются яйца. Может, и ты прав, честно слово, я не помню. Не помню. Так. Why didn't Analeas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. Макмион, хорошо, как-нибудь скачаю, но опять же, я не буду пиратку Mortal Kombat, я стримить точно не буду. Если лицензию, вот лицензию когда куплю, может постриму с вами. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying... Рилли в третьей части DLC. Пряниц, девушка. DLC мега. Я могу скрин даже потом показать. Ну и все, Веромон. Ты сам отвечаешь на свой вопрос. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent.
Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. Хорошо, Рик, извиняюсь. My office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Так. Нет, нам не сюда. Господи, феромон, ну успокойся, пожалуйста. Мы же... Looks like it's settling in for the long haul. С человеческой точки зрения, если... А почему? Блин, ладно, я найду потом пример. Пожалуйста, не сейчас, вот не грузи мою голову, пожалуйста, я и так сегодня устал. Я надеюсь, у меня игра не крашнется сейчас опять. Потому что мне это очень не понравилось, что она мне крашнулась. Нет, мы сидим. Security. This office is sealed. Lorik Keen gave me a pass in. Keen? Are you working for him? He's under investigation. Analeas is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keen. Analeas has a varin up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Мы я не против. Так. Ай, Вера. Все. Да. Вместо катсценки текст. Вот, вот и Рилли, я вот о том же, я это имел в виду, извиняюсь, что не с самого начала не сказал. Но я имел именно это. You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeas would throw you off world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off duty, breaking the law for bribe money.
If you want a fight, I'll give you one. You talk the talk. Let's see if you can walk after I break your legs. Я не ожидал такого поворота событий. Да не. Ей вначале надо разрядить щиты. А этим займусь. Fight. Plus shields. Plus shields. Вау-вау! Как он полетел. I will destroy you. Вот! Вот что кричат 90% всех противников в первом Mass Effect. I will destroy you! Окей. Perimeter secured. Фаталити пас. Ну все, спасибо, Рилли, ты просто разрешил мою проблему с этими Азари лесбиянками. Вот, и вот я что хотел им сказать-то именно. Как можно такое понятие, как лесбиянство, если пол только один? There have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Analeas's thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Спасибо, Масидоу, за совет. Я буду совершенствовать себя. Так, Верамон опять написал большое сообщение, я даже паузу сделал. Блин, ну Верамон, ну ядрен батон, ну заколебал, ей-богу. Кто тебе сказал, что Азари женщина? Тебе с такими темами, тебе вот Кагиями, вот реально, ну ей-богу, я не помню, стример, Кагияма не стример же, все. Или тебе в реал стримы там иногда, каждые выходные, по-моему, показывают кинцо. Я зашел, поставил минус, ушел. Mortal Kombat, ну качну, окей, Милан, ну попозже. Что ты хочешь? Я его арестовывать не хочу. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Analeas's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Why don't you ask Lee? I'm Analeas' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever Смешно, you need. Рэкет. Favor for a favor. Analeas is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Keen is offering to pay me. Can you? I can produce a copy of Analeas's pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. Okay. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him.
Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Так, в этот раз Масидон написал большое сообщение. Я каждый раз увеличиваю чатик, но мне все равно не хватает мест. О, господи. Масидон, может, ты меня хоть пожалеешь? Кто там в скайпе пишет? Так. Масидон, ты зараза, математик тот еще. Блин, Геромон. Геромон, с твоего именно взгляда, ты чего? Это именно твой индивидуальный взгляд. Ты можешь считать что угодно. Хорошо, я не буду перед тебя перебежать, считай, что хочешь. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Anelaus. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Anelaus's extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Anelaus. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Все. Героя нам прибавили. Блин, ничего, я Парагона-то вогнал, пора ренегада качать. Так, товарищ Веромон, пожалуйста, успокойтесь. Я все, читаю все сообщения чатика, но реально вы меня выматываете. Сейчас гляну. Весело, прям вообще веселуха. Все, все, окей. Я не спорю, что это ваше имхо, но я беспокоюсь за ваше имхо. Мне версия Масидова про 1 плюс 0,5 поровну 1,5 больше нравится. Тын, ты-ты-тырын-тын. Я знаю, чем назвать. Ща мы поедем на Мака, я включу одну музыку. Так, вот сейчас, не дай бог, Mass Effect крашнется, я буду рыдать. О, не крашнулся. Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for Maiko's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Anelaus or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. I have to go. Точно, нам же надо Анелейс разоботчить. Че я ракую-то? Нам надо его вывести на чистую воду, и сейчас его... И у него деньжата.
забрать. Нет, академик, получше. Видите, Милан не знает. Рейкет, напиши, пожалуйста, Милану на его последнее сообщение. Я знаю, ты должен написать что-то эпичное. В тебя я и верю. Ну или в Масидола верю. Милан просто пошутил, не знаешь, что такое типа секс. Пошучено. Have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a specter and all. I guess some of you can be all right. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. О, сколько экспы дали. Ну, Рекет, ты обычно всегда эпичные фразочки выдаешь. Академик только вагует, а ты эпичные фразочки. Буду в унигель перерабатывать, мне уже пофиг. Эпикет. Все, сейчас я включу песенку. Как до Мака дойдем. Мне всегда не нравился тот ствол, который висит на заднице у Шепарда. Мне это смущает все время. Есть, а не, барьер есть. Стазиса нет. Стазис уляр. Ой, рили, рили, ну, тролляка, тролляк. Блин, вот не краш сам аспект, спасибо. О, да, сейчас тут геты будут. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Опять эти липучки. See, these are what the matriarch had in the crates. Все. Все. Приехали. Commander. Only what I had to. I didn't ask the Geth to attack. Geth, you expect me to...
Where did they come from? If I were to guess, the Matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia Sama's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. Так. Сейчас сядем в Мака. Именно так, Милан, именно так. Так, как я обещал. Нет, Веромон, в Милан не играл, по-моему, Mass Effect толком. Он не вообще... Он его критикует. Ой, чё я ввожу. Поехали. Самое то, вот музыка самое то для Маки. Рамон, Эпик Сакс Гай, иди. А лучше Гэндальф Эпик Сакс Гай. Эпик Сакс Гай. А ну скиньте ему, если что, вы же знаете. Маку, полегче.
меня нет. Меня не напрягает. За ремонт, ей-богу. Как починить Мако? Я не понимаю. Смешно. Починить Мако. Кнопка F или кнопка H, как заблиндено, но это не работает. Еще раз даже сделаю. Привет, гифт. Он не делает это. Ладно. Просто если бы он меня в последний раз чинил, я бы не парился. А он меня однажды чинил. Если бы не чинил тогда. А сейчас у меня в последний раз чинил. Так.
Нет, академик, попозже. Вся поездка на Мак будет только Epic Sex Guy. Приехали.
мы приехали. Ой, сейчас будет стрёмно. Так, ну этот Коган вообще изи. Офигеть. Это поворот. Что реально? Надо что-то с ним делать. Это надо нафиг крашить. Лети, лети, лепесток через запад на восток. Укрытие, перекаты. А. Они сдохли, что ли? А, я же. Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence Дайте user дальше. Interface offline. We'll need to get the reactors back online. А, что надо сделать? Я не понял. Что надо сделать? А, все, вспомнил. Все, все, я вспомнил, что сейчас будет. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Верамон, так это понятно, я вообще не понимаю, в чем смысл Кайдена. Даже Эш... А знаешь, почему Кайден проигрывает? То, что Эшли в третьей части поменяли, и ты сам знаешь как. В первой части Эшли была такая уродина, а в третьей части из нее сделали прям такую секс-бомбу. Но все равно она осталась пустой. Самое лучшее это Гарус, Лиара, Рекс, потом Грюнт и, конечно же, Сталь. Как же без Стали? Ой. Поставил щит, но ушел из этого же щита. О,
Да, все, наконец-то они, я их долго ждал. Я долго вас ждал, миленькие мои, миленькие. Вот они, Рахни, вот они, миленькие мои. Привет, Роксель. Господи, вот они, пусечки, ня-ня-няхенький. Ну они же няшечки. Они еще сразу вылезают из ниоткуда. На тебе, свокте. Птичка. Она мне не нужна. Откуда? А, понятно. Да-да, они же вылезают оттуда все время. Все. Касуми, к сожалению, она... И в третьей части играть нельзя. А жаль. Очень хороший тоже персонаж. Особенно ее DLC. Вообще шикарная DLC по Касуми. Да и персонаж наш шикарный. Вообще, вот реально. Единственный... А, нет, не единственный. А, Лиара опять, что ли, поудохла? Ну, ей-богу, ну Лиара, ну заколебал. Академик, ее можно скачать. Это изи. Это изи. Сейчас они отсюда вылезать будут. Все, я вспомню. Да, как видишь, не, она очень хорошо раскрыта во второй части. Нет, только нет, это моя самая нелюбимая часть. Я не знаю, что тут делать, по-моему. А может, я вспомнил. Я не буду париться. Хотя, ну давай попробуем. Не, я на это забил, я это даже не стал ремонтировать, я тупо унигель заюзал и все. Такая музыка эпичная. It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Yes, big dude! I work for the Citadel Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives.
Окей, Вирамон, я не буду с тобой спорить, иначе ты мне будешь писать гигантские сообщения. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Не надо, даже ссылок не надо, пожалуйста, Вирамон, ты оттуда цитировать начнешь. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Это поди те задние двери, не? Я не помню, которые там закрыты были. До нас. Ну ладно. Опять тут рах не будут. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. А, Ляру убили, что ли? Во-во, уже убили. Я подумал, что она недоступна. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. И Гаруса отравили, и меня отравили, всех отравили. Ну, нафиг шотган беру. Как всегда, всех убили. Как всегда, всех убили. Online. How may I assist you? That's all I need right now. Very well, I should Commander. Go. Logging you out. Зумикрил. Нужно больше у Нигеля. Нужно больше у Нигеля. Да, в моей столовой явно диверсант. Тем временем, два самых чуть ли не дохлых, самых дохлых героя, это Гарус и Гара. Я их догадался взять на эту миссию. Нафиг надо было вместо Гаруса брать Рекса и не париться по поводу технологий. Технарей, я же забыл, что тут все время рахни будут рахни больше, чем гетов. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Сейчас. Сейчас оттуда или оттуда вылезет, ну я же сказал. Ну раз она вылезла оттуда, пойдем туда. На трудный. Я их даже лечить не буду, пока не дойду до босса. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Сейчас.
Вот оттуда сейчас Рах не должен вылезть. Где Рахни? Не, где Рахни, реально? А, вот они. Это гетты. Мои самые любимые разрушители, которые сразу бегают, блин, как Усейн и Болты. New level. Опять ты. А, не, не на щиты. Уберите все шинганы. Так. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Yes. Manual restart required. Так, панацелин. Нет, я не буду на вас его юзать, мне жалко на вас панацелин. Да вы стреляете. Во-во-во, Джаггернаут, полегче. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ну все. Потихоньку, полегоньку. Остался последний реактор, и наконец-то поедем. А как прибудем на Наверю, это следующая локация, я включу World's Love. А, не, нам, не, нам сюда реактор включать, значит. The AG-3 fuel line's cut. User alert. Main reactor. Да ладно, уже завершил, что ли? А, ну все тогда. Если я завершил, то можно ехать. Спасибо, я думал, туда еще прямо придется пойти. Куда мне теперь ехать? Сейчас-то там Рах не должна вылезти одна. Ты обогнал Лоу по рейтингу, осталось сделать дос. Никогда не смогу доту обогнать, никогда. Да и Лоу тоже, потому что там этот... Аусиор. Так я Аусиор это обгоню. Значит, пацаны, я, короче, вангую, сейчас оттуда рахни. Ванга. And transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable.
У вас ведь у всех шотган. Шотганы. They're locked in. The door could be finet. Control group, loosen them. Connections restored. Processing new data. What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of controls for the fail-safe systems are user alert. The fail-safe system is That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Не, изи. Слишком. И мне за двух рах не дали 27 косарей. Фух, аж напугал. Нет, я не всех рах не убью. Ты увидишь, каких не убью. Твою ж налево. Спасибо, что прикрыли, пацаны. Спасибо, ктаны. Ктаны. Так. Я не помню, что за дробашами. У меня сейчас... Сейчас скажу. А нельзя переработать все в унигель? У меня сейчас Армагеддон 10. А, все, наконец-то монорельс. Все, приехали. Армагеддон 10. Туда тоже закрыто. Че, снова петь? Тын. Ты Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out and he ain't all there anymore. Сейчас будет сюрприз. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. I've got work to do. Yeah, I hear that. Help! Man the perimeter! Нас будет сюр... А, Лиару опять убили! Thanks for the help.
Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. They always attack here? It's an obvious kill zone. Their only other option is over the mountain and down through the ducts, and they freeze like everyone else. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Давай посмотрим. Я на Лиару одел какой броник. Самый лучший броник, который есть. Даже модулятор щита поставил, щиты увеличил. А, и ты еще отравлен. И ты отравлен. А я отравлен, я не отравлен. И снова. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Wait, is there an Asari matriarch here? Asari? I have not seen one. She is safe then, at Rift Station. This is not important. You must be listening. Binary found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Ragnai's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. Ragnai? The Krogan wiped them out 1,000 years ago. That is so. Billions of lives lost in that war, on both sides. 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen, that it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix plan to clone Ragnai, mass produce them, create an army. Опять армию Рахни, ну может не надо. They find this egg is not a common Ragnai, it is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Я герой, по-моему, какой-то вояка. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Ragnai do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Ragnai are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. На земле? No, I am sorry. But this will вроде not бы, work. Я не помню, а может я странствовал с родителями, я не помню. Сейчас скажу, я не помню, честно. They must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates burst of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure, sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. I am feeling not so well. Once the purge is armed... Sure. Mother always say I would meet a bad end. Погнали.
Не знаю, я пересекался со своей мамой. Connecting. I have full access to the facility and am at I need information. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of Operations, Yaroslav Tartakovsky. Activate the neutron. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of Operations, Yaroslav Tartakovsky. А, ну знаешь, я скиталец. Officer of Binary Helix. Да-да, у меня мама была, я помню. We're moving on. Logging you out, Commander. Так, что мне это дает? Мне нейронную очистку-то включать? Я не понял. Что это нейронная очистка-то делает, я так и не понял. Я ее вроде включал. Я здесь, в команде. Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. А, вот оно что. Ну здравствуй, здравствуй. Я рад тебя видеть. Очень рад тебя видеть. Не, на всякий случай сохранюсь. Что делает эта нейронная чистка, так и не понял. Она там убьет там людей, там чувачков, я не понял. Задание. Это мне нафиг не надо. Не надо мне. Вот это вот мне все нафиг не надо. А, все. Вот, наверие, риск в лаборатории. Online. How can I help you? Activate the neutron. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Six. That is not the correct code. Activate the neutron. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input. 875-020-079. Code Omega.